Всем привет и добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Комментировать матч сегодня будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу чемпионов, а именно матч группового этапа. ЦСКА играет против Гента. Ну вот и наступил этот момент. Лига чемпионов начинается. Сегодня будем смотреть первый групповой матч. Путь длиной в 9 месяцев стартует с нашего матча. ЦСКА с первых минут выпустил на поле следующий состав. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Самым принципиальным московским дерби считаются матчи «Спартака» и «ЦСКА» в 2008 году. Красно-синим удалась самая крупная победа в истории этого дерби. Да, в тот солнечный день в Лужниках была точно не игра «Спартака». Армейцы забили 5, из них 3 забил Вагнер Лав, и соперник мог ответить только одним забитым мячом. На экране стартовый состав гостей. 3-5-2 они сегодня сыграют. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги чемпионов. Марио Фернандес. Вперед он тащит мяч. Навесом в штрафную можно сыграть. Марио Фернандес. В центр штрафной подача. Не получилось тут толком мяч выбить. Здорово он этот удар накрыл. Потеряли они мяч. В истории Лиги чемпионов самым успешным клубом является мадридский «Реал». У королевского клуба целый ряд достижений, которые едва ли кому-то покорятся в ближайшее время. Это и более 10 кубков, и 2 выигрыша турнира подряд, и наибольшее количество побед в Лиге чемпионов после смены названия в 1992 году. Ну решай же! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Отличная поддержка сейчас исходит от болельщиков. Они гонят свою команду вперед. Плохо сыграно, мяч потерян. Нет, не дошел этот пас до адреса. И ближе к воротам игра переходит. Есть у него место для движения. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Свен Кумс. Переходят они в атаку. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента.
Да ну, это совсем никуда не годится. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждая из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждая из них постарается выиграть. Эффективен высокий прессинг сейчас. Иван Обляков. Влашич. Федор Чалов. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Играет в пас команда. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Еще раз смотрим голевую атаку. Вот это навес у него получился. Прямо идеальный. И отлично он пробил с лета. Классный гол они сумели нарисовать. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Влашич. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправится. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. И это шанс забить! Блокирует он этот удар. Справляется с этим ударом Акинфеев. Теряют они мяч. Отдает он мяч партнеру. Выходит он один на один. Магнусон. Уверен, он с мячом идет вперед. И у соперника теперь мяч. И вот потери в центре поля. Мяч сейчас у ЦСКА. Но в остальном у них пока что не все здорово получается. Мяч-то держится, но вот до конкретики дело у чужих ворот пока не доходит. Мяч уходит. И очень это похоже на желтую. Желтая армейцу. Да, за чрезмерную грубость. Не хватило буквально совсем немного. Ну, неудивительно с такого расстояния. Да, вот на тренировках такие наверняка часто забивают. Если бы попал, был бы гол красавец. Хороший удар, чуть-чуть не хватило точности. Федор Чалов. Хорошо, мяч ходит перед чужой штрафной, но нужно обострять.
Сейчас надо сравнивать. Гол! Счет равный. Повторяют нам гол. Отлично он обыграл защитника. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. После ответного мяча у нас 1-1. Свен Кумс. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Уверен, он сыграл сейчас. 2 минуты добавляют сюда. Марио Фернандес. Кому бросил? Сопернику. По разу сумели отличиться команды в первом тайме. Пока ничья 1-1. Хороший первый тайм он провел. Так, ну он забил перед самым перерывом. Буквально в раздевалку. Так что давай не будем об этом забывать. Ну и я думаю, что это дополнительно мотивирует его еще и на второй тайм. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Да ну, это совсем никуда не годится. Играет в пас команда. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. Желтая армейцу. Да, за чрезмерную грубость. Не хватило буквально совсем немного. Ну, неудивительно с такого расстояния. Да, вот на тренировках такие наверняка часто забивают. Сейчас надо сравнивать! Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге Чемпионов. Оджиджа Офуа. И дает арбитр тут играть, остаются они с мячом. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Иван Обляков. Лашич. Ах, какое мастерское движение. Момент упущен, навес не получился у игрока. Плохо сыграно, мяч потерян. Тащит вперед мяч. Останавливает оборона эту атаку. Свен Кумс. К
Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Отлично в обороне сыграно, атака не получилась. Играют они в пас. И подача туда, в сторону ворот. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Чалов. Иван Обляков. Армейцы атакуют. Потеряли они мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Есть тут возможность к воротам убежать. Получится у них контратака здесь. Не смогли они ничего сделать в этой контратаке, только мяч потеряли. Не получилось у них мяч удержать. Свисток, штрафной. Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Прилично до ворот, но он все же попробует пробить отсюда. Прекрасно действует вратарь, выбрал позицию, подготовился, мяч у него в руках. Лоран де Пуате. Свен Кумс. Играет он на партнера. Как отлично он мяч перехватил. Есть шанс развернуть контратаку. Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Свежего игрока на поле выпустил. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Навес напрашивается. Отбивает мяч Акинфеев. Арбитр фиксирует офсайд, но если он и был, то очень небольшой. Ну что, мастерски отработал арбитр, не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку, и вот теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Плохо в обороне сыграно. Хороший навес и есть кому принять на грудь. Какой гол мог сейчас получиться? Классный удар с лета. Действительно, мяч здорово лег на ногу и удар классный получился. Но тут вратарю помог каркас ворот. И произойдет замена. Иван Обляков. Катают они мяч. И есть куда бежать ему дальше. Угловой будет подавать команда. Пока счет равный.
Не получилось угловой как следует подать у него. Мяч на угловой уходит, был рикошет. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Навес на дальнюю пошел. У нас ничья, и ЦСКА нужно создавать моменты и забивать, чтобы выходить вперед. Последний шанс сейчас есть на то, чтобы вырвать победу в этой встрече. Времени почти не остается. Здорово он этот удар накрыл. До конца игры 7 минут. Свен Кумс. И с мячом он идет вперед. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывать. Нет у него проблем с передачей. Будешь, навешивает, а? Как же неудачно сыграно. Потеря мяча в непосредственной близости от своих ворот. Теперь надо отбиваться. Нет, таким ударом его не пробить. Снова точный пас в его исполнении. И вперед он идет. И снова он отбирает мяч. Уже в который раз в сегодняшней игре. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Матч подходит к концу. В этой последней атаке ЦСКА надеется забить гол. Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер! Повторяют нам гол. Отлично он обыграл защитника. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. Надо постараться удержать преимущество, поэтому и происходит эта замена. Счет 2-1. И на этом матч завершен. Финальный свисток. Арбитр фиксирует их победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Хороший матч они провели сегодня, и это заслуженные 3 очка. Они играли заметно лучше и были активнее соперника по всему полю. Очень уверенный старт. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. Думаю, что он уже на всех спортивных сайтах красуется в полный рост. Забить решающий гол под занавес матча – это бесценно. Да ну, это совсем никуда не годится. Играет в пас команда. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. Желтая армейцу. Да, за чрезмерную грубость. Не
Не хватило буквально совсем немного. Ну, неудивительно с такого расстояния. Да, вот на тренировках такие наверняка часто забивают. Сейчас надо сравнивать! Матч подходит к концу. В этой последней атаке ЦСКА надеется забить гол. Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился.